Так, ну что, ребят? Нет, пока что. Да, в конце Варди Викли разыграем. Вообще, Миш, ты мне, если ключи еще захочешь разыграть, напиши мне, потому что выберем стрим, где людей побольше, потому что сегодня такой вяленький, вялотекущий стрим. Так, ну что, сетка, так понимаю, еще пока что не готова. Так, кстати, я добавил немножечко не ту сетку, сейчас более оперативную в описание канала добавлю я сетку. Добавил, сейчас вот можно и глянуть. Так, не в другой раз, Миш. Задержка полторы минуты. Я говорю, что сегодня-то разыграем, уже ж люди как бы купили. Просто пока что людей меньше, чем ключей претендующих. Я говорю, что если в следующий раз будет как бы ключи какие-то, то тогда... тогда на каком-нибудь более стриме крупном, где людей побольше. Так, Блай против Зиги я вижу здесь. Солар есть, Тру есть. Так, это какой-то Проц, я не помню, Билл или Супер. Димага есть, Импакт, Тактейл, Спаскин, Харикейн, Хаш. Култи тут есть, кстати говоря, Билл. Так, ну, смотрим, короче, куда нам ворваться получше. Так, револьвер тут присутствует. Револьвер тут что делает? Я чуть не заметил его в сетке. Тоже есть, что ли? Не вижу, что я его. Странно. Это все дело. Так, ну Гулая ворвемся.
Так, Улти там в скайпе пишет, что и что не будет играть. Типа не знают. Так, нет, все-таки везде будет три там будет. Так, нет, снега-то у нас нет, тепло. Но дождяры начались жесткие, как бы. Подряд такая облачность, ну, как бы волнистая идет. Хоп, облако из него дождь. Потом нет, потом опять такой. Ну, я смотрю, что... Хрена тут похолодание. До минус 5 ночью, да, походу, и снег пройдет когда-то. Сегодня плюс 7, плюс 3, плюс 4, плюс 5. Вообще что-то адовое похолодание. До конца апреля практически какое-то. Минус 5 ночью там будет вообще скоро. Это перебор какой-то. Уже все хотелось. Весны нормальной. Ну что-то еще пока. Видимо, рановато. Да, что-то я фотки вижу много, там в Питере снега. Друзьях выкладываю тут. Ну, посмотрим, короче. Что-то у нас, слава богу, пока нет. Я думаю, у нас не дойдет, как бы у нас. Пока летит все над нами. Хотя, видимо, еще похолодание до конца не пришло к этому. Северные воздушные массы какие-то жестко просто идут. Так, ну пока Блай, короче, оппонента нету. Зайдем к Варте, посмотрим, что он там стримит. Намсар против Иллюзери. Вот. Напишу Блая.
Ну что, Блай отпишет? Кстати, у Блая труп в следующем туре будет, или панк. Опасные оппоненты. Так, ну что же, пока не самая интересная игра, но что делать, иллюзори против Намшара бьется у нас, будет три, соответственно, не знаю, кто такой иллюзори. Какой-то тиран, короче. Блайз что отпишет? Случае Блая мы хотя бы немножечко успеем потом посмотреть, здесь еще Димага зарегистрируют, но с Димагой тоже ситуация не абсолютно непонятная. Вот смерть на пороге. ТСМ готов. Ну, посмотрим. Короче, в любом случае полуфинала по очереди будут. Следите за ставками, кому это интересно. Решающие стадии, наверное, с четвертьфиналов уже что-то начнут давать. Здесь у нас передроп Мариков, билд у Тирана. Второй барак лаба, факта. Так, 6 дрончиков. На мейне 16. Это у Намшара получается. Здесь Тарпор сейчас пойдет. Ну, где реактор? Ну, реактор-то будет заказан на факте. В ближайшее время. Вот и Старпорт пошел на факте. Реактор пошел. Здесь рипер летает, харасти я вообще не вижу. Ничего не убил пока что. Так, что я покушал, и сейчас меня так прям подрасслабило маленько прям. После брусьев, как бы так все побаливает приятно, и прям сон начал клониться. Короче, смотрите, FPS спать буду. На программу сделать, короче, которая, ну, будет заходить в игры сама автоматически, да? Можно спать, просто вебку оставить, типа я здесь. Интерактивчик, а игра пусть идет, короче. ФП там. Ладно, шутки шутками, давайте смотреть. Рипером летает и лужари, что-то тут непонятно, зачем сюда он прилетел, он просто сныкался.
Ну и марики строятся, медилаги делаются. Мариков 13 всего в дропе будет. А, не, 14 вру. Ну, 14 плюс рипер нормально, куда ни шло. Фактана реактор, старпорт, короче говоря, смещается сейчас. Ну, загружается. Что делать-то, не понимаю, тиран. Вот, полетел, может здесь дроп выбить. Собственно говоря, оно делает. Здесь стенку надо закрывать до конца. И гелики пошли. То есть это био плюс переход в хелбатов, кстати говоря. Но контроль, конечно, от тирана, ну, вяленький явно. Ну, то есть, что-то высадил, долго засаживает. В это время нам шар прилетел тремя крыльями. Смотрите, соларовский-то билд на вооружение пацаны берут. Ничего себе. Здесь роучилинги есть. В это время медиваки разгружаются в районе третьей базы. Ну, на мейн, наверное, лететь было. Там на третьей юниты есть. Так, марики на стиме бегают. А королевы просто хоп и пытаются в лабе отменить просто сейчас грейд на щиты. Ну и что я могу сказать? Они отменят этот грейд на щиты. Потому что тиран вообще не пытается вычинить, он пишет ПГ, его унизили тремя королевами. Но я говорю, поначалу игры, конечно, не самые интересные будут, потому что оппоненты вот такие есть. Кстати, Биллуи будет с нам шаром потом биться. Я в игру прыгаю. Два уже дали победу. Привет, Сига. Ну, как-то так, да. Так, ну что же, вторая карта, ребят, нам шар против Элажа и Лузари, и хата пошла там в карманчике.
Так, ну что же, после Варди Викли будет отдых у меня. Заслуженный, ребята. Также после Варди Викли будет вечером группу СК за очки, но я навряд ли его буду стримить уже. Вот. Ну а пока что Варди Викли, ребят, помните, что сегодня три ключа раздаст, разыграет, как бы, но пока всего два человека участвуют на три ключа, то есть один лишний. Тем, кто от 100 рублей поддержит меня и на премиум подпишется на Quake Champions, кому это интересно, поддерживайте, премию берите. Такие вот дела, ребят, погодите. Чё себе, ё-моё. Тиран какой-то, crazy motherfucker. Вот, смотрите, что он делает вообще. Еще даже лаба не заказана, зато уже две инженерки построил, уже один делает. 1-1 делает. Нафига тебе такие ранние 1-1, ведь 2-2 ж потом надо было делать. То есть он... Ну, короче, он 1-1 сделает, а 2-2, ну, грейды не будут еще заказаны к этому моменту. То есть ему нужно построить факту армори там и т.д. Либо он сейчас вложится в 2-2, не имея био вообще в принципе, как бы, практически. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Так, гоняет овера по чуть-чуть тиранчик. Делает уже армори. Еще только второй барак. Короче, марики 2-2 будут делаться уже сейчас 2-2 грейды на мариков. Когда мариков будет, ну, у него меньше 10 штук. То есть пока 3, вот сейчас 2 барака еще добавляются, еще 2. Ну, кстати, 2-2 пойдет сейчас скоро. Так, Блайстру начинает. Я выхожу, сори, пацанам. Вот. Так, ну что, заходим, и револьвер тут, оказывается, есть. Вот что он сидел, ждал. Вот он, хитрый револьвер. А он стримит вообще? Браток скорее какой-то стримит вообще. Baby Magic там что-то стримит даже. Игра приостановлена. Так, сервер не такой, говорит Блай. Ну, давайте другое посмотрим. Ну, Блай, пинг. Блай, это важно, потому что у него пинг высокий. А Тру-то он в Америке, ему пофиг, в принципе, как бы.
Так, ну что же, Блай против Трунчика у нас здесь играет. Ну и вы видите, что Блай играет агрессивно, а как еще Блай играть должен вообще? Это наш Блай, ну может быть корейский Блай какой-то, не знаю. Тут уж, да, тут уж на ходу будем догадываться, что же это такой за Блай-то вообще тут. Ну, Блай, короче, бежит с собаками вперед. Видит две собаки тру. Блай оббегает уже на пофиг. Сейчас беллинги пойдут через 6 секунд. У тру 8 лингов заказано без беллинг-неста. Скорость делается, плетка делается. Так, 2 бейна Блай морфит. Еще 2 будут. Еще один точно будет. Сейчас еще один будет. Собак на муви отдавать Блая не нужно ни в коем случае. Зачем это ему делать? Все, бейлинги готовы. Пора идти вперед. Блай, заходи. Да что ж ты делаешь? Ты ему долго, Блай, соображаешь, как ему вперед-то пройти. Бейлинги заходят. Бейлинг взрывает раз-два. Королева падает. Нужно заходить на мейн. Королеву нужно скрыть. Бейлинг просто убился сейчас об камни. Короче, Блая ничего не получается здесь. Сейчас тут собаки новые подходят. Ну, кстати, лингов хорошо окружил тру Блай в данный момент. Надо убивать хату, стараться и переходить, видимо, в экономику. Здесь все для этого есть моменты, как бы. То есть наверх уже точно пробить не получится. У тру еще скорость пока не готова, но скоро будет готова. Давайте бейлинга в одну собаку будем взрывать сейчас. Так, ну хату Блай начинает догрызать уже. Боевого лимита больше. Королева не готова все еще. Утру наконец скорость задела. Сверху еще одна королева выходит. Здесь королева готова. Надо окружить ее сразу. Уничтожить Блая, что он и пытается сделать. Еще одну королеву уничтожает. Уже по лимиту даже в небольшом плюсике Блай, насколько я вижу. Собак там парочку сгрыз. Хату надо убивать. Ну вот это хладнокровно я называю. Тру пытается снизу отбить. Но ошибка Тру вне добавления Беллинг Неста. Абсолютная ошибка сейчас. Так, грудлингами умудрился сгрызть там. Сгрызть личинку, где Бейна делались. Вот кого надо в Бейна превращать. А Блай живых собак абсолютно в Беллинга делает. Ну что ж ты делаешь-то, Блай? Так, здесь плетки. Под плетку заходят Беллинги. Блай плетку минусует. Ну что-то наверху тут, смотрите, у Тру собак-то много. И снизу там есть тоже. И Беллинг Нест уже готов у Трунчика тут, а, у бродяги. Хороший взрыв Беллинга. У рабочих Блай вгрызся в собак. Так, Блай унижает Тру, короче, прям на Америке. Ничего себе Блай дает. Тут прям вначале показалось, что все, сейчас ничего не получается. А потом хоп, и получается вроде уже. Уже рабочих у Тру меньше. Но Блай взял всех собак, просрал зачем-то. Блин, сейчас проиграть-то как два пальца об асфальт, как говорится, еще можно, а Блай что-то лезет здесь. Собак больше, куда ты ломишься? Ну, Блай дает, ну, Блай, чертяга. Беллингов Тру отменяет, 18-23. Можно спокойно было, уверенно дожать. Нет, Блай взял, но отдавался здесь, умудрился. Ну, как так-то? Так, еще кучка собак и бейнов готова. 28-20 по лимиту. Хату Блай не спешит ставить. Не надо четырьмя бейнами заходить. Надо 2 плюс 2 по формуле врываться. Вот 3 Брай Беллинга просрал на...
на 2 Беллинга Тру. Собаки опять минеральную линию проходят. Собаки начинают грызть. Здесь Бейны прямо в минеральной линии морфятся у Блайза. Сорби поддержал ваш канал на 150 рублей и сообщает на удачу. Спасибо, Сорби. На какую удачу, не понял. Будешь на Quake участвовать. Пока что вас трое, как бы, кто поддержал, на премию подписал, подписался, так что... Такие дела. Так, ну тут утру две королевы, но по лимиту он серьезнейшим образом проседает. Я не понимаю, почему у Блая вот эта хрень не вырубается. Ну, прекрати ты пушить уже в лоб, блин. Хотя, с другой стороны, у меня пригорает, когда некоторые просто пытаются игру зачем-то затягивать, когда уже пора точку поставить, блин, но... Так, здесь был врыв с собаками. Но Блаю иногда просто не прекратить вообще, ну вот... Я не знаю. Сорби активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Сорби. Ну, 27-20... Ё-моё, труп барабан вырвал, выровнялся вообще. Ну, как это так происходит, Блай? Я просто офигеваю, блин. Дэмэджанные рабочие. Еще здесь Беллинг есть. Собак зато у Блая нет. Вот сейчас только они подходят. Беллинга выпиливает Блай. Линк один бежит вперед. Пытается понадкусать дронов. Тру не реагирует вообще. Опять ему взрывает дронов. Тру сам что-то затупил. Сравнял уже главное здесь все в игре, но... Взял сейчас, пропустил Бейда. Хотя мог его убить. Где вот же до рабочим? Зачем? Хрен знает. Так, первому не надо ключа. А, ну да, два человека пока. МКД и Сорби пока что. А, еще мне же Heartbeat на скрил поддерживал. Вот еще что. Три все-таки, три. Присылал 100 там с чем-то рублей. Наскрил 100, по-моему, или больше даже. Только как с ним связаться, я вот не понимаю. А, сейчас я в чатике проверю. Heartbeat, да, Heartbeat. Вот, еще. Сейчас я пришлю. Так, ну что, Блай 1-0, ребят. Тру первую карту взял.
агрессия дикая. Опять же дикая агрессия от Блая идет. Опять пул первый. Право по рабам. 15 вот раз большего количества рабочих, что ли. Или у трупу раньше. У трупу раньше, как будто бы. Такое ощущение. Эволюционировал. Так, опять, ребят, пуш от Блая идет. Я на секунду отвлекся. Ну вот тут королева. Ну нахрен в рейнже королевой бегать, чертовой, блин. Не понимаю, зачем Блая в рейнже королевой бегал. Сейчас взял, отдал опять бейнов. Ну опять здесь у Блая какая-то мутатень идет. Мутатейшая просто. Бейлинги заказаны, Тру вместо того, чтобы убегать с лингами, стоит на месте, не понятно зачем. Собаки у Блая все новые и новые подстраиваются, сейчас бейлинги выйдут, и Блай опять наносит удар, в общем-то, не ответный, а первый удар Блай наносит. Блай все время наносит первый удар. Ответного Блай вообще почти никогда не наносит. Ну что, на мейн заходит Блай? Плютку надо бомбить, в рабочих будет Блай вгрызаться или нет? Вот Бейлинг сейчас даже плетки дэмэджа не нанес, потому что Блай невнимателен был абсолютно. Вот Бейлинг, рабов заходит, да рабов, гряди, какую королеву-то, ёшкин матрёшкин. Так, королеву Блай сгрыз, рабочих Блай подгрызает. 10-14 уже по рабам ситуация. В это время контр-рыв со стороны труп происходит. Здесь Блай готов или нет, я не понимаю. Сейчас линги выйдут, и Блай будет готов. Королева, правда, уже упала. У Тру, кстати, тоже нет крыла, но у Тру-то две хаты есть, у Блая нет двух хат. Короче, это проигранная игра для Блая. Потому что, ну, тут это тупёж, зачем ты королеву-то жрёшь? Взрываешь рабочих, забеги, рабочих убей, я не знаю. Здесь зашел, зачем-то в плетку ворвался. Можно было, ну, сбоку нет, сбоку не обойти. Плетку надо было минусовать, но... Надо было сразу та целенаправленно в нее двух бейлингов взрывать в эту плетку и не париться даже вообще. Так, здесь Бейн и Тру самого идут вперед. Тру заходит в минеральную линию. Это минус Бла здесь уже все ясно в этой игре на самом деле. Фастронг поддержал ваш канал на 111 рублей и сообщает ТРРР Бумба, ТРРР Еха, ТРРР Чача. Всем хорошего настроения. Спасибо, Фастронд. Нужен тебе ключ на Quake Champions, если то напиши в чатик. Миша тебя учтет в розыгрыше, короче говоря, на бетку Quake Champions. Так, прыгаю, захожу.
Бездонные... Бездонная пещера, карта у нас была. Без дна не получится, ребята. Одно дно должно быть в этой игре в любом случае, как бы. Вот. Так что так, ты просто... Ну, спасибо тебе, Фастронт, ребят. Кому нужен ключ на Quake, поддерживайте, короче. Без дна у нас не получится, поэтому ждем следующих... Пересоздание, точнее. Что-то Влая залагала, походу. Так, Влай пока не заходит, что-то. Все, вернулся, бай. Заходим. Так, ну что, третья уже точно решающая, ребят. Блай против Труи. Блай самый раннейший пул, который только возможно сделать, делает. Тру же тоже пул первый ставит, но не самый ранний, без газа пока что. Так, ну что, Труму заказывает, конечно. Ну, Блай уже оббегает собаками тут вокруг. Правда, еще Бэлент Нест только через 20 секунд стоит ожидать. Овер от Тру пока не долетел до Блая. Здесь делается...
Так, не, Миш, не против. Я сегодня тем более не буду стримить вечером, короче. Вот. Тем более мне не жалко, раз ты будешь там разыгрывать. Вот я у тебя единственное хотел попросить, чтобы ты мне, если есть возможность, один или пару там ключей прислал бы еще, потому что я там Корешу хочу своему дать, он раньше кваки фанатом был. Вот, может быть. Погеймит сейчас. Ну что, Беллингбас пошел, лай пару собак, Тру здесь убивает. Плетка еще не готова, собаки подходят к рампе, вторая королева еще не на рампе, Блайн взрывает собак, заходит на ХГ, проходит мимо плеточки. Беллинг заходит к дронам. Дрона взрывай, Блай! Взрывает дронов. Что-то дроном как-то не слишком больно здесь. Парочку уже минуснул, правда, Блай. Но хату-то, Блай, посмотрите, вторую не сбил еще. Сап. Беллинг двух собак, короче, взрывается. Ну что за чушь вообще, Блай, творит, а? Две королевы плюс собаки. Плетку пытается Блай минуснуть. Хрен там трансфьюз есть. Плетку не минуснуть. Здесь еще Линдов делает. Все, без шансов, короче. Ну вот что за сумбур? Ладно, сюда забежал, но здесь-то контроль Беллингов, два линга. Вот один Беллинг сейчас этот мог решить бы игру, почему Блай взорвал Беллингов двух лингов, здесь вот эта пачка спустилась, а он бы мог ее минусить, эту пачку. Но у Блая есть абсолютная, это смешно звучит, учитывая ки-юнита, но это факт. ЗВЗ это абсолютное технологическое превосходство в такой ситуации, какое. Да у Блая Беллинги есть, а у Тру нету. Да всех разом взрывай! Ну, Блай как будто не соображает, мне такое ощущение, что делает иногда. Блин, вот сейчас нужно было просто всех разом Беллингов за... На королеву тремя собаками, Блай. Ну, что ты делаешь, Блай? Остановись, Блай. Остановитесь, как говорится. Вот. Так, здесь Тру Бэйна отменяет, Блай собаками пытается сныкаться. Короче, это поражение, это 2-0 в пользу Тру. Причем у Блая там ошибок надопускал столько. Вот ты, прикиньте, плетки приходишь, там у королев трансфьюзы. Как убить эту плетку? 4 Бэйна, это 240 дэмэджа. А нет, это 320 даже дэмэджа по зданию. 4 взорви на Х рядом, все, они не успеют трансфьюзнуть. А по одному рядом взрывать, это вот так вот рядом бегать с плеткой, это вариант... Когда это вариант? Это вариант тогда, когда у оппонента просто нету этого, получается, как бы, трансфьюзов или там... ну, то есть линги пытаются лингов помочь плетке, линги оппонента накидываются на твоих собак, а беллинги рядом бегают, то есть они не взрываются сразу, они могут и лингов взорвать, и плетку взорвать. То есть если их сразу взорвать, то собаки в итоге нормально разменяются. 13-16, 43-29 по лимит. Печаль здесь полная какая-то происходит. 4 королевы? Да не-не-не-не-не-не-не. Здесь вообще без шансов. К сожалению, теперь тут не технологичная, а подавляющая экономическая. Да и технологичная тоже, потому что королев 4 на этой стадии. Ребята, извините, это ультимативный просто лимит. Как бы и тут по-другому это не назовешь. Тру забежал в главу королеву минус. Ну, здесь еще беготня, все идет. Самое главное, что Тру даже работу здесь не строит. Зачем ему? На мэйне есть, да и нафиг. Королева строится, строится. Ну, последний налом тут от Глая. Тру забегает сам Глая, частью собак. Беллинг может и взорвется, но здесь собаки была окончаются, королев они просто не могут убить физически. ГГ, короче, к сожалению. Спасибо, Миш, ты там отметишь, а этот используешь. Сохранить эти ключи.
Так, ну что, ждем следующую пару, короче, ребят. Блай, к сожалению, проигрывает. Так, Солар у тех поражения. Солар, я так понимаю, не участвует сегодня. Ревайвал Пеппи будет струбиться. Сионг Симинг, это Билови, по-моему. Или Супер, я не помню, с Импактом. Здесь еще бьются Харикейн с Хашем. Возможно, скоро ставки подъедут. Будьте внимательны. Да, Импакт против Супера уже есть. Ее, кстати, Варди, по-моему, и стримит Импакт Супер. Ну, а мы ждем чего-нибудь. XPEC 34 активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Харек 34. Если нужен Квейк и ключ, отпишись, будешь в розыгрыш тоже участвовать. Так, короче, сетку я вам показал уже, да, показал сетку, вот она, сетка, она есть в описании каналов. Так, кстати, Варди можно посмотреть, а, еще, Твич-то что-то я не добавил, Твич я вообще врубил, да, врублен Твич, почему не работает, ё-моё, Твич врубил. Алистрим не нажал по ходу дела, это был косяк, конечно, мой. Все, пошел алистрим, наконец-таки. Так, ну тут нам шар как-то адски давит прям оппонент своего. Я буду следить за игрой, чтобы запрыгнуть. 180 на 130 по лимиту, но у просто 4 Нексуса, ребят. Серверы должны быть открыты до воскресенья. Блин, тяжело в нее поиграть, то все открывают, закрывают что-то. Так, ну судя по тому, что Варди еще в игре, там все еще происходит битва. Кин против Харикейна Хаша, победителя, кстати, будет биться.
Ну, а туда ворваться будет. Умудрился развалиться здесь, что самое интересное. Намшар, по лимиту уже вровень. Запас ресурсов вообще одинаковый. Собаки все слились вообще, пилоны выжили. Два карьера уже первых заказано, ничего себе. Убил ее. Так, а захват я перерубил. Да. Так, ну тут я смотрю, Бруда давит. Вард 14 минут в игре, из игры пока не выходит, то есть карьерами отобьется здесь получается, что ли, у нас Бруц. Да, Намшар вообще меньше лимитом. Один карьер вытянут, второй вытянут, но хватит ли корабторов здесь, это вопрос открыт еще пока. Еще карьеры выходят новые, по чуть-чуть погибают. Ну, корабторов-то все меньше и меньше, смотрите. Брудов много, но сталкеры готовы под брудов, под блинк. Карьеры кончились, но бруды тоже кончаются, как вы видите. Намшар, конечно, в итоге отогнал брудами сталкеров. Опять агрессивный блинк. Ну, сталкеров мясо демедженное вообще. Нексус упал. Не, это победа зерга. Смотрите, там сколько басу зерга и сколько упротся. 17 уже в арде минут в игре, било и все не сдается. Кинг против Харикейн еще. Так, здесь, короче, пошел вперед Билови еще, я смотрю. На Намшара Брудов все-таки сбрил. И Мортлов много, я кину Харикейна. Спрашиваю, когда там что будет. Ладно, они пока молчат, давайте здесь досмотрим. 126-62, и Мортлов тут напритягивал, смотрю. Намшар, но брудов пока нет. Так,
push on through. So just continue to pick up a little bit more here and there. And I mean, what else can you really expect at this point? See the I'm just going to clean up a few more brood lengths. But how do you really push forwards? The broods are here once again, and that's what's just been missing for Namshaw the last couple of attempts. That is why the only reason that Louis hasn't been able to push through, or has been able to make some progress, because the broods weren't here. Now they are here. I'm just going to be seeing the army of Louis again. It's just in a lot of trouble. Так, ну тут дожимает, в общем-то. Namshaw continued up the left hand side. Gonna push on in towards this Nexus, and again with the Nexus about to drop on down. That's more or less gonna be the game. Again, what else can you look to really do at this point? You see the lights continue to drop on down as well. Drones keep on getting pulled in just to try and fight this. Meanwhile, a few drones go down. I'm not sure where that is. A few Zealots on the top of the right hand side fighting against Spine, but won't be enough. GG is called, and Namshaw will take game 2 to tie the series up. One apiece. Так, там кончился матч, ребят. Я пока что жду Харикейна Кина. Не буду врываться. Чтоб не в одну сварде. Че нужно, чтоб Кин сейчас пришел сюда. И не спешит. Сейчас я и туда не зайду, и Кин полгода здесь отсутствовать будет, блин. Так, успею попить, сходить, наверное, Кин. Что-то Азаев кашлялся, поэтому. Сейчас быстренько водички налью. Схожу. Так, Кин тут. Так, секундочку, сейчас подойду.
Так. Купил прям деньги, списались, ничего не поменялось. Ну, либо он сам автоматически должен активироваться, но я вижу, что он не активировался. Либо намыли, смотри, короче, вот. Так, а как сейчас без указания мыла вообще? Короче, намыло аккаунт. Смотри либо на саппорт, отпиши. Я, честно говоря, не знаю. Иногда проблемы сейчас бывают. Причем... Причем фиха я хз. Ну все, отлично, что пришло. Вот. Тогда тебе нужно активировать там, где ты его покупал. На эту кнопочку жмешь, окно вылезает и... там слева активировать премиум есть. Баба Гана уж активировал премиум на ваш канал. Заповедь, грех смотреть по без према. Не, у нас тут грехов нет, и ничего, у нас все добровольно, как бы, ну вот в этом плане. Ну, раз на то пошло, тогда уже, ну, и грех Adblock не отключить, и, ну, и поддерживать канал тоже. Грех не поддержать, как говорится. Вот. Отлично, что работает. Участвуй в розыгрыше. Ключа. Все, ты можешь уже участвовать. Ну что же, через Reaper от CCH ставят у нас скин, выход по акту Газбарак. Так, здесь у нас, погодите, это что было? Не, ну это гейт гаснекс кибернетчика, соответственно, была билд. Ну что, бустятся пробки. Мазеркор на патруле, пилончик здесь есть. Рипер, ой, этот адепт тоже ждет. Рипером что-то правый верхний угол Эксилнагу проверил, Ким только сейчас дальше полетел. Ну, минки медивак, передруг минки будет. Ну и как вы помните, Харикейн очень мощный такой игрок сейчас, как бы он берет турниры всякие от Бейстрейда, вот недавно выигрывал, и тут вот играет. Командный центр улучшен. Вооружен и опасен. Ну что за минка тут в минералах копается. Рипер летает. Рипера чуть не забрали, но не заберут. Иллюзия телевизиона не имеет, поэтому тяжело зацепиться именно сзади. Если только рядом рипер был, ты уже... Сразу за ним кликнул и зацепился, получается, а она только долетит.
А здесь Оракул устроится. На ставках, ребят, уже появляются, на Live on eSport появляются ставки уже. Кому это интересно, на данный турнир. Impact Super Hurricane даны они. Вот, возможно, на вторую карту даст Кирилл на Hurricane кин, потому что, ну, здесь я стримлю, и можно отследить, как бы, легко достаточно. Оракул до сюда летает. Энергия кончается очень прям быстро, быстрее, чем одна в секунду. Две в секунду. Пульсарный луч. Акосер и Кога активировал премиум на ваш канал. Так, Акосер и Кога, спасибо тебе. Хорикейны это СНГ. Когда СНГ будет, это весь евроазиатский континент, тогда точно. Вот и еще один участник. Ну и к Мише на стрим заходите, он, ты та уж стрим свой кидай ссылку, а то как люди найдут. Он сегодня вечером будет стримить, я не знаю, что как бы. Ай-яй-яй, минус Оракулы пролетает неудачно. Харикин, кстати, парабам 60-41. Ситуация великолепнейшая. 5 гейтов добавляется, 3 сейчас наличие есть. Уже 3 сейчас откроются, 6 гейтов будет, плюс 2 строятся фактически. Правда, решил Харикин что блинк первым грейдом сделать. Нет, крепко, но учитывая экономическое преимущество... Чешется, извиняюсь. Хэдбит вроде участвовать собирался, я так понимаю. Вот. Ну, учитывая экономическое преимущество, не говорил, я блинк вполне адекватно апгрейд сейчас. Эти пилоны медленные, правда, как вы видите, но ничего страшного. Идет выход. Опа! Стазисная ловушка взрывается. Срабатывает, точнее, она не взрывается, она срабатывает. И блокирует просто немало сейчас смариков здесь. Передроп у нас идет на мейн. Верчаш надо ставить, Харикин вообще не реагирует. Наверное, как только реагировал. Мазеркор минус, пилон минус, ну сталкеры пришли уже. Сталкеры с блинком, как вы понимаете. Ну, медивак не выбить пока. И надо бы, да, заказывать сейчас бы сразу бы, конечно, глефы бы, потому что, ну, грейд очень важный, ключевой фактически, но не заказаны они. Кин тут третий. Не, ЦЦ-ху пытается занять. Адепт на вторую базу влетает. По рабочему стрелял, его минка убивает, этот сплэшем минуснуло. Так, две минки на третью базу прилетели, два рабочих минуснул здесь, конечно, кин, но и медивак улетел даже на халяву, смотрите, ну тут... Минимальная потеря, вообще-то просто четверник пытается запилить. Адептом Глейфа и Мортла делаются. Руба Б я не наблюдаю, а колоссу бы добавить бы не помешало бы сейчас. Ну тут что-то, смотрю, рискованно действует у нас Харики. Идет в контратаку, плюс дома отбивается, одновременно дома отбился. Здесь призмы приходят уже на третью базу к кину 159-121. И кажется, Харикин здесь все четко делает.
Либератор минус. Адептов сталкеров очень-очень много. Блин, Харикейн реально что-то в последнее время завозит. Пришел, убил, еще тут со второй прирост пришел. Просто разгром вообще, посмотрите. Здесь ничего не сделать, кинул уже абсолютно. Уровень Харикейн такой сейчас прям топовый взял. Играть. Товар еще сталкеров произошел. ГГ. Потери мне захотелось посмотреть. 5600 на 8300. Ну, прям не в два раза, но в полтора. Где-то так, наверное. Ждем вторую игру. Пока что изи какой-то для Харикейнчика. Так, Билови ждет Рианга Култи. Не понял. Пошел инвайт, ну Култи, понимаете? Култи я видел в конфе, он писал, что отказывается от игры с Инди. То есть, короче, Рьянгу дадут победу, и он с Биловой будет играть, скорее всего. Поехали. Труп Пеппи победил, но Пеппи мертвый, там он отчет не утолку. Импакт против Фрианга бьется там. Так. Ну хоть по крайней мере сверху, если 2x2 зерга и будет. Тру с импактом, например, потому что, ну, импакт супер еще тоже, правда, не одолел. То снизу зергов нет, что уже радует. Значит, финал не зеркальный будет. Харикейн, терминал паладина, карта у нас. Так, не газ первый, барак газ. Барак газ и... Ну, просто стандартный пилон гейт газ. Нексус, видимо. Так, пильнул еще рекламу. Спасибо всем за премчики, за поддержку. Так, ну что, выпрыгивает у нас Мазеркор. КСМ-ка проверяет. Все правильно она проверяет. Опа, сюрприз здесь. Сюрприз здесь у нас, ребятки. Он же сюрприз. Старгейт у нас. Харикейнычи, ну Кин спалил. Кин играет очень, ничего себе, три барака прям. Здесь какой-то выход без медиваков, возможно, здесь будет, но не против Оракула. Харикейн как-то странно против Оракула.
Погоди, здесь цеха первая, что ли, была? Да нет, не первая. А что, она улетает? Ким настолько испугался Старгейта, что цеха наверх улетел. О, бред-то какой. Ну, не знаю, не знаю. Оракульчик залетел. Полетал. Тут Харикин 3 юнита подрезал. Второй у них готов. Он уже третий, кстати, второй оракул. Вот Харикин более четко все играет. Так, в марафоне стримеров не участвую. А чё ты не участвуешь в марафоне? А чё не участвую? А чё? А ничего, просто не участвую. Не хочу участвовать, зачем мне в этой фигне, туфте все участвовать, вот. Хотя я думаю, что если бы ты даже, ну, сейчас не знаю. Мне кажется, если бы я даже в таком темпе, как сейчас, стримил бы, то топ-5 попал бы, как бы, ну... Ну, честно говоря, запариваться не хотел. Так, что тут? Адептики варпятся, Твайлайт фарша делается. Здесь Тим щиты уже почти готовы, но медиваки еще далеки от готовности. Так, здесь прямо на центре собирается Харикейн встретить оппонента своего. Решение интересное. И что самое интересное, Харикейн стабильно играет в Блинк. Странный билд, 4 гейта, а Старгейт сейчас. Все, не играет Глеф и первое. Хм. Это прям удивительно, да? Стазисная ловушечка ставится раз по пути здесь к Процу. Можно еще одну поставить. Так, Revelation по Марикам еще пошел. Плюс 4 гейта на второй базе и робот заказан. Ну, Блинк уже почти доделают. В прошлый раз единственное, что Харикейн завтыкал и... Слышь, завтыкал, он Глефа как-то не сразу заказывал. Надо сразу заказывать, мне кажется, вот сейчас уже 100-100, если есть. Есть, да, там 100 газа. Заказал она... Ох, как стазис здесь сработал, хорошо. Идет Харикейныч вперед, сталкеров подводит сюда. Еще филды пошли, еще несколько мариков напринимал сейчас. Не на все хватило здесь места. Часть не улетела, медивак один погиб, кстати говоря, вообще ништяк здесь все. Так, там Глеф и броня. Здесь как было, три барака, так три пока есть. Треть цеха заказана. Вообще, по-моему, Харикейн доминирует просто. И мне очень нравится его стиль. Сейчас, честно, так, на Твиче сетки нет нигде. Сейчас закину сетку. Вот. Ну что, марики минус, да.
41.6 по лимиту, адептку на иллюзии послать, наверх, да и не париться уже. Что и делает сейчас Харикейн, кстати говоря. Адепты даже без глеф. Все телепортируются на мейн. Сентрей можно было бы привести. Ё-моё, как так-то на отдавался здесь что-то на муве. Саплай блок уже у тирана. Заходит маленький, часть там сзади где стоит. Три либератора в наличии имеются. Либераторов выпиливать будет. Да, выпиливают либераторов по чуть-чуть Харикейн. Ну как, нельзя по чуть-чуть. Два он выпилил, один живой. Вот сейчас и третий выпилят. Выпиливает и третий, медиваки улетают вниз. Короче говоря, это 2-0. Очень уверенная победа Харикейна, очень. Так, оракулы жгут, сталкер, адептер разваливают. Харикейн добавляет вторую рубу Б. То есть, если бы тиран как-то отбился, был бы выход в колосс. Ну как тиран туда бьется вообще? Тут как будто уровни даже немножко, они разные. На данный момент, видимо, Харикейн с и разным уровнем скином. Потому что, ну, вы видите сами, что творится. Что за чушь, короче? До полу, ребят, Билови прошел, знаете, сетки, в сетке какой бред происходит вообще. Просто Cool City по тех винам прошел сюда. Но он не собирался играть. Рианг тех винам прошел над Cool City сюда. И в итоге и Рианг тоже не собирался играть. И Билуя из четвертьфинала в полуфинал тех винам проходит. Вообще чушь. По этой сетке три тех вина в каждом туре. Короче, Харикейн Билуя ПВП полуфинал. 10 импакт супер играют, и Тру ждет победителя. Вот так вот как-то. Я не знаю, есть ли смысл идти на Америку, но полуфинала без Варди все равно не начнутся. Так что есть, захожу туда. Так, ребят, все, я здесь. Помните, что Миша Готич разыграет три ключа на Quake Champions сегодня в финале Варди Викли турнира. Вот. Это будет в ближайшее время. Соответственно, для этого, для того, чтобы участвовать, подписывайтесь на премию, либо поддерживайте мой канал.
на 100 рублей и более. Вот, кому это интересно вообще, ключ этот. Ну, а мы ждем финал, точнее, это полуфинал первый. Течнорочкер поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает: помечу на шоколадку, а мне на шанс получить ключик. Спасибо, Течнорочкер, шоколадка пригодится мне, а тебе ключик, наверное, тоже. Вот, не знаю, сколько человек, 6, наверное, уже накопилось. Ждем, пока подчеркает Биллу и Харикин сейчас. Так, сейчас Варди будет хостить, как они подчеркают карты. Уже 7 участников. Ну что же, неплохо. Так, инвайт от Харикейна, захожу, пвпенчик, короче, полуфинал у нас первый. Так, ну что, погнали, пацаны.
Харикен Биллу, и Биллу это баркот синенький, запомните его. Абсолютный фаворит Харикен, кому ставки интересны, они есть на Ливу не спорте уже. На второй полуфинал тоже они будут в ближайшее время. А, там еще нет второго полуфинала. Ну да, они будут в любом случае в ближайшее время, просто там его еще пока нет, этого второго полуфинала. Среди теней. Так, основная работа. У меня есть моя основная деятельность. Это StarCraft. И все с ним связанное на данный момент. Ну а если бы была бы у меня какая-то другая работа, то было бы тяжелее. Естественно. Так, делается блинк уже у Харикейныча. Здесь только-только Твайлайт готов. Нексус практически одновременно там и там готов. А адепты что не сделали? Харикейн чуть быстрее рабочих вниз перевел. Фаржа делается. Так, какая-то ранняя фаржа, кстати, убила. И здесь пока еще нет. Третий гейт зато здесь есть. Блинк у Харикейна вообще готов. Он с сталкерами вперед выдвигается. Ну, их 6 всего, короче говоря, этих сталкеров. И, ну, этого мало, чтобы продавить, естественно. Ну, можно пострелять немножечко по пилонам. Нужно в кучку только их соединить всех. Так, проверил третий никс, на третьем миксе ничего нет. Иллюзию убивает, ну что, неплохо уже. Вот, пробка одна вышла здесь. Попытался сталкера убить Харикейн, тоже не вышло, но одного выстрела не хватило. Сталкера. Mm-hmm.
пока что игра стабилизировалась и затягивается. Ну вот, что самое примечательное, Харикейн вообще не играет почти без дестабилизаторов игр. Да не почти, он вообще не играет. Хотя сейчас очень часто многие просто начали как бы ими пренебрегать, там как-то просто играть, пытаться пробить, расконтролить на блинке, там, не знаю, фениксов каких-нибудь добавить. Харикейн же такие ошибки не делает, он... играет нормально с дестабилизаторами в каждой игре фактически, то есть там два роба, это тяжело законтрить, и поэтому он, кстати, начал побеждать в последнее время, то есть он уже пару таких еженедельных турниров выиграл. Жаль, что пока не видно, конечно, в турнирах других более крупных, но вот с 19 апреля, насколько я помню, начнется второй сезон 17 года ГСЛ, вот. Хороший заблин подбил, кстати, четырьмя сталкерами. Пробок штук 5 или 6 подлезал. Так, здесь тоже пробки, кстати, подрезаются. Причем адептами 7, нихрена себе он там настругал. Один адепт 7 юнитов уничтожен, но уходит. Сейчас столкнется со сталкерами или нет? Не, не столкнется даже. Все-таки погиб адепт, не, ну там шансов выжить не было, выжить не было практически. Здесь сталкеры пришли к дальнему нексусу, получается. Оп, хорошо как прилетает по иммортлам. По сентре прилетает. Одного иммортла сразу Харикейн минуснул, второго отфуксил. Агрессивный, блин, вперед. Не, братан, ты что-то обнаглел, говорит Билови, отступает. Ой, говорит Харикейн, отступает назад. Будет агрессивные блинки. По иммортлу прилетает жестко. Фокус моментальный двух иммортлов в ответ. Ну, кстати. Ну, блин, контроль какой от Харикейна пошел сейчас. Тут-то, блин, кдешился после агрессивного блинка. Но все равно Харикейна больше по лимиту. Билови разворачивается, пытается нагнать. Здесь Аферер летит минус опсы. Удовлетворился он уничтожением опса оппонента. В общем-то, отступил мячка назад. Причем это да, это все с 4 гитов происходит. Сейчас еще плюс 4 добавляется, 8. А здесь 2. Тоже 4. Что-то какая-то новый стиль, короче. 4 гита, не более, в общем-то. У игроков. Так, у Харикейна еще нет плюс 2. У Билови уже есть плюс 2. Ну, Ксилнагу отстоял Харикейн. Право тусоваться на Ксилнаге. То есть побился немножечко с Биллой и остался здесь. Четвертый Никс уже здесь сейчас будет готов. Так. Подходит сталкера. По патрончику посылает Харикейн стабильно вперед. Но Биллой что-то больше уже, чем в предыдущие разы. Вперед-то двигается. Вот пошел залп по самому Харикейну еще Биллой. Ну, кстати, в дестабилизаторов попасть, но за сталкером и пытался зацепить эту пульку, этот выстрел. И не попал никуда в итоге. Только что здесь зелки стояли, где они сейчас? А, нет, вот они сюда пришли. И Мордл здесь есть один, кстати. Агрессивный блин какой-то, минус обсервер. Харикейн так нагло сейчас, блин, тонулся. Откуда у него была и уверенность, что дестабилизаторы так далеко? Может быть, он просто зарандомил и, ну, молодец. Четко все сделал, как бы отогнал Биллови. У Харикейна плюс 3 пошло. Кстати, у Биллови плюс 2 раньше было, не у Харикейна. Я только сейчас понял, Харикейн заказал плюс 3, зато пораньше. Так, лифт просто. У меня нет любимых рас. Хотя я сам всегда и первый Старкрафт, и второй запрос поиграл. Поэтому за некоторых бросов, таких как статс, я переживаю всегда. Но некоторые игроки и других раз и замечательные, да и не в расе делают, наверное, в Старкрафте все-таки. Это соревнование. Зелки забегают четвертому Никсу, их 6 штук бежит вперед, или 7 даже, 7 даже вперед бежит. В то время, пока бодаются на центре здесь игроки, зелки что-то встали, ну,
Так, зато здесь забежали, а здесь стали убилую, блин. Здесь уверчажами он отобьется. Забегает сам на фотонку, накидывает. Тоже до варп пошел сейчас от оппонента от его. Короче, зилки с зилками бьются. Прыгают зилки билые, короче. Их его чуть меньше зилков, еще уверчаж выстрел. Кстати, если не уверчаж, может быть, он даже и победил бы. Здесь, кстати, дестабилизаторов только что, я вижу, билую потерял. На центре 4 штуки, когда успел 4-то потерять. Я промолгал момент, был хороший зал. Ай, как прилетает. Простите, Харикин, конечно, потерял. Не Биллови. Биллови Харикин натеснит здесь. У него 3 иммортла, и попробую с ними поделись. С этими... 6 иммортлов, простите, и попробую с ними поделись с этими 6 иммортлами. Призма 4 подлетает здесь. Здесь 2 ма подходят вперед. Товар там зилков идет. И мув можно было бы забрать сейчас, например, но не забирает, не пытается что-то... Харикин. Да, варп еще зилков, и все сваливает отсюда. В это время идет замес, идет какой-то контакт огневой тут. Так, Архоном увернулся от залпов. Харикин отступает назад, но у Биллови уже запас ресурсов больше. У Харикина, правда, плюс 3 будет сейчас, но у него очень сильно прям дестабилизаторов не хватает. Ему быстрее надо их добавить. Так, еще 2 иммортла вперед идет. Хорошо, по дестабилизатору Архону прилетело, сейчас отбил. Зилок нагло прыгает вперед. Сюда движение идет, 200 в 200 начинается битва. У Харикейна уже поля, плюс один воздух, флит-бикон. Здесь тоже флит-бикон и Старгейт. Третий уже, кстати, Старгейт, а здесь сколько Старгейтов? Здесь один, и еще два добавляются. Охренеть, Харикейн идет просто на мове сейчас будет. Сколько же он юнитов просрал сейчас, это жесть вообще. На центре дестабилизаторами Биллови разводят не слабо. По 3 иммортлам аж в целом сразу прилетает залп от дестабилизатора. Харикин пытается в тыл пройти, это ошибка. Прошел в тыл, армию разделил. Теперь только в размену сможет идти. Дома дестабилизаторы делают. Нексус 5 уже есть, как бы что он делает, щекуя лес, непонятно. Зато на халяву сейчас пришел к Нексусу дальнему, получается. Убивает ему. Залпы фотонки. Здесь залпы имам хороший заходит. Биллови будет что стрелять? Да, стреляет еще по дестабилизатору. Ой-ой-ой, как по эморклам-то прилетело сейчас. Давар под Биллови идет, но Харикейна больше. Ну, кстати, Биллови с приростом подвел прирост сюда. Дестабилизаторов спас. Продолжается движуха, 3 атаки очень сильно на зилков решает, плюс давар в сталкеров идет. Харикейна все еще меньше по лимиту, правда, но... Как он успел 2 отпустить дестабилизатора, я даже хз, но он успел это сделать, Биллови, я имею в виду. Ну и Биллови тащить начинает, Харикейныч пытается сталкерами свалить хотя бы. Валить оказалось не так просто. Дестабилизатор еще 2 просто на муви привел, слил. Но экономика в плюсе, и там 3 карьера заказаны. Кстати, и здесь 3 карьера заказаны. И грейт 1-1. На воздух первый есть там и там. Так, ну Харикин лучше свалить, у него 5-й Нексус есть, как бы. Идут до варпа. Зилками можно было позабежать, но решил не забегать нафиг. Харикин же мотошип делает, ну дестабилизаторов ни в коем случае нельзя сейчас отдавать было. Но отдает первого уже, блин.
Тут у нас карьеры уже готовы, три штуки строятся, интерсепторы. У Харикейна тоже сейчас три вылетят. У него Мазерши будет единственное сейчас пораньше. Так, Архона Зелки отбивает 3 часа, Харас. Здесь ходит, уже микс хороший. Карьеров еще добавляет у нас, получается, Билуи. Точнее, не Билуи, а Харикейн. Делает поля, уже готовы еще и поля. Здесь броня, там Мазершип у Харикейн еще не готов. На 9 часах проблемы, кстати, база-то уже почти кончена. Ё-моё, хорошо дестабилизатором прям 4 зелка снес сейчас. Так, 188, 177. По 3 карьера еще строится. Атаку ни один, ни второй не делает. Когда жесть происходит. В самый лейт выходит в абсолютный. Харикейн решил обнаглеть, что с Мазершип уже есть. Можно и походить там поубивать. Так, что у меня сейчас окошко откроется. Покупать начал. Газовый гейзер иссяк. Месторождение минералов истощено. Можно ведь и подзаснуть. 6 карьеров у Беловаса. Просто отдача дестабилизаторов идет на муви. Что происходит? Зачем так отдавать? Ну, рабочих выбил. Ну, дестабилизаторы это невероятно важный юнит на самом деле в этом миксе. Здесь пробок забрал и Харикейн Билови тоже. Короче, 200 Харикейна в итоге. Непонятная отдача дестабилизаторов сейчас была. Которая может решить все. Но! Здесь 6 карьеров, а здесь разделены войска все. Нужно срочно уходить. Соединиться всеми карьерами вместе. Здесь на муве Архун идет дестабилизатор, надо отвести хотя бы Архуна. Нет, так эти ребята просто не дают отступить. Ну 6-6 карьеры соединились или нет? Еще не, еще не соединились. Плюс 2 так никто не заказал. Билуи пытается бегом убежать. Точнее, Харикейн, он бежит-то, ё-моё. Развернись ты, подерись уже, ё-моё. Так, Мазершип вперед летит. Мазершип карьеры атакует. Да в туловище бей, их же видно, ё-моё, ну что он делает-то, объясните мне. Интерсепторы с интерсепторами, это что, современный Старкрафт, что мешает прокликать в туловище? Ну, забрел, кстати, интерсепторов всех за счет того, что Vision был там в какой-то момент, и Vision не было, одного карьера зафокусил сейчас. Плюс до варп идет Харикейн еще вперед. Развернулся, ушел. Че ушел-то? Мазершип регенится. Просто там сейчас 200 полей отрегенится. У него все 350. Просто он к Мазершипу больше, блин, чем у пилона ХП намного, например. Чем у фотонки, тем более. Почти как у газа. У газа больше, понятно, все равно. Так, здесь зелки на дальнюю забегают. Телепорт от Харикейн наверх. Как раз на эту дальнюю. Так, Зелков принял, уничтожил по карьерам, давайте смотреть, 8-7, телепорт куда, телепорт вниз, только и делает Харикейн, что телепортируется сейчас. А Билуи что? А Билуи пошел опять на дальнюю. Ребят, помните, что сегодня в финале, там ближе, ну там в третьей игре, по счету посмотрим, как будет, короче говоря. Если там 2-0 кто-то поведет, то в третьей игре, например... В финале Миша 3 ключа на Quake Champions бетку разыграет. Я не знаю, может они... Ну, пока они не всем предоставляются, в любом случае. Если даже есть, можно второй получить. Между теми, кто сегодня на премиум подписался и поддержал мой канал от 100 рублей.
Так что поддерживайте, подписывайтесь, ребят. Помните, что это нужно делать и без всяких розыгрышей. Вот, отблоки также отключайте. Кому интересны ставки, ставки есть в описании канала, регистрируйтесь через рефералку. На данный турнир тоже на эти матчи есть с 1/4. Ну и кто хочет, приходите на стримфест 13 мая в Москве. Меня поддержать, да и просто там будет интересно. Появилась информация на сайте там о том, что там будет немножечко. Так что приходите, буду вас видеть там. Ну а у нас полуфинал, ребята. Пока что это PvP, просто самая мясная игра за сегодня какая-то получается. Билл и Харикейн. Главное, вот мне нравится. По 9 карьеров летает, сделали по одной атаке и все, просто тормознулись. Вы делаете грейды-то? Ну Харикейн здесь, посмотрите, у Харикейна экономика лучше сейчас. То есть у него базы вот эти сейчас будут. Вот здесь одна база фактически осталась, остальные кончаются все просто. Ну, очень много архонов у Биллу, и они могут минуснуть интерсепторов. Вот чем минус как бы весь. Плюс у него тоже появился мазершип. Ну что, будет замес? Пошел замес. Ай-яй, мазершип, не надо, отфокусить же мазершип. Товар пошел. Непонятная движуха. Странно, Биллу меньше, Харикейна больше. Харикейн панически телепортируется, убегает. Мазершипу даже 6 хп сняли, он сейчас получил гэма же нормально. Так, ну увеличивает количество архонов, здесь еще 3 грелки есть. Вот, блин, без архонов можно было бы карьера фокусить в тело, а сейчас даже и в тело не пофокусишь особо. Так, есть забегание зелками на 6 часов. Сталкеры приходят их найти и обезвредить. Ну, искать их особо не потребовалось. Так, подписываться и поддерживать. Две грелки заблудились сейчас у Харикейн. Просто давить можно, поддержать по реквизитам. Я Мишу просто сообщу, и розыгрыш будет. Я думаю, что это не последний еще розыгрыш. Миша там, если будет разыгрывать, как бы. У меня еще один ключик мой резервный лежит. Я все сам хочу скачать, посмотреть, что там поиграть. Но пока времени нет. Может, тоже потом разыграем, как бы, не знаю. Так, пошел замес. Карреры против карреров. Архоны против архонов. У Биллови остается больше интерсепторов пока. Простите, у Харикейна я всю их путаю. Пришли сзади сталкеры, мазершип зафокушен. Ну я хз. Ну, что могло на это повлиять? Во-первых, больше карьеров у Харикейна. Позиция была чуть лучше. И у него есть грейд на поля. То есть архоны пожирнее у него. Ну и у него побольше боевого лимита в целом было. Вот это-то и подрешал, кстати, АПМ. Вообще 34, 333. У Харикейна на 1 АПМ больше. Вот он, решающий АПМ. Одно нажатие зарешало, короче, в итоге. Интересно. Ждем следующую игру.
клик на грейд, может быть, и да. Но у этого-то, у Харики и на Чилбилове тоже был грейд. Только у него броня была, которая на архонов не действует. Нифига, вот в чем причина. Да свершится правосудие. Я здесь, среди теней. Так, ну что же. Вторая карта, Билла и Харри Кейныч. Так, угадайте, два сталкера, два гида, здесь какая-то пробка стоит. О, а здесь какой билд от Харри Кейна, интересный. Я вот такие билды очень любил и люблю до сих пор, но не играю, как бы. Пока что не тренюсь. Вот времени нет. То есть это пилон... Ну, короче, два гейта стандартные, как обычно играются. И Нексус, выход в Нексус и Мазеркор. Мазеркор и Нексус, соответственно, без юнитов. И далее, кстати, Роба. До заказа вообще единственный... хотя бы какого-то юнита в гейтах. Если бы здесь какой-то прессинг был от Билови, то Харикин уже бы проиграл, скорее всего. Но... В чем прикол, если прессинг был бы улыновый какой-то с одной базы, там три гейта пуш, например, или даже под пуш двух гейтов со сталкерами, можно было бы сделать что? Просто отменить Нексус, уйти на ХГ, с Immortal'ом отбиться и заново спуститься потом. То есть Роба в этом плане могло бы подрешать. Так, здесь Мазеркор летит вперед, и не Оракула, а Феникса сразу начинает билы строить, что примечательно. Но вообще можно этот билд делать по-другому, то есть... Да, тоже все самое, просто в гейтах закрыть два сталкера, в ущерб Роба, ну, самому быстрому. Потом, пока сталкеры строятся, закрыть Роба и еще там сталкеров подряд строить, его тоже как вариант. Так, гейты открылись. И что там эти гейты? И ты еще здесь Мазеркор Биллу пришел харасить. Ну, особо не нахарасил. Телепорт домой, 93 энергии еще осталось. Здесь два феникса уже есть, почему только два-то? Третий строится. Странно, что Билови так вот с фениксами вообще как бы в какой-то момент перестала строить. Иллюзия пролетает. Призма вперед полетела. Ну, кстати, если мимо фениксов вот так вот пролетит вперед Харикейн, он на халяву здесь может просто нахарасить мейн. Почему? Да потому что... Здесь нет прикрытия, но с другой стороны, это значит потерянная призма, потерянных два адепта и мортал. Здесь фениксы что-то убрали, сентрю, по-моему, убили. Ну, тут хорошая очень реакция от этого. Отбило, короче, в итоге. Так, минус сентря. И мортала заберет. Не, поднялись. Халявец какой. Поднял там это все дело, поднял и мортала у нас. Залп не успел, кстати, мук успеть один раз стрелять, по-моему. Ну, пробочку подрезал, не более того. В общем-то, честно говоря, печальный врыв такой. От Харикейна он потерял на штуку 300, там убил на 350 вообще с начала игры. Но основная часть этих ресурсов была с обоих сторон потеряна вот после этого дропа, то есть... Дропом и убил и сам Харикейн, и Билови, как бы на этом дропе столько убил. Thank you.
Операция завершена. Жизнь за Айю. Вступаю в бой. Так, смотрите, я решил прокушать, ребят, белую. У него ничего не получается. Пилоны все отменяются. Но Харикин, тем не менее, все равно двигается вперед на блинке. Здесь есть один так. Пилончик заново заказывает Харикиныч. Две Сентри и Моргу также двигаются вперед. Здесь все сбивается. Сам ставит третий Никсус. Ну, ё-мо, неужели не подойти сейчас было так, чтобы Феникса хоть одного подрезать, блин? Ну, тут закупил Харикейн, называется. Делает Глеф и сейчас делает Фаржу дом. Там плюс один уже вовсю делает. Так, пилон отфокусил тут молодчага. Ну, надо, в общем, значит, третий Никсус раскачать успеть и исходить из этого момента. То есть успеешь, не успеешь, потому что сейчас пока что Харикейн проигрывает технологически белую. Так, Никсус проверил Харикейн. Ну, белую. Никсус есть. Одного Феникса все-таки сбивает. Харикейн молодец. Плюс два заказано у белую. Харикейн только плюс один. По грейду опережение тоже Никсус пошел. Здесь гейт есть, сталкеры отступили. Странно, что у Билуи стоит. Сейчас пошел гейт убивать. Так, ну тут мейн кончается. И здесь мейн кончается. Не понял, Харикейна уже успела стать больше по лимиту когда-то. Роба Бэй, кстати, у него нету, то есть он без дестабилизатора будет. А здесь ё-моё. Самый прикол, что убил у самого не дестабилизаторы, а колоссы в ПВП. Слава Драма! Так, Харикейн, смотрите, неудержимого врубил. Адептами заходит. Убил ее всего один колосс какой-то непонятный, которого минус сразу же делает просто Харикейн. Колосс, ну не сразу, долго он там стоял на самом деле. Но все равно это минус Билови. То есть преимущество было просто гигантским. Но в итоге Харикейн обманом после этого пуша занимает Никсу. Он и не собирался пушить до конца, соответственно. Он подстраивает адептов в армию, приходит и просто сбривает Билуи нафиг. Харикейн топовый прот, сейчас он пейшенса стабильно зашатывает, и не только. Второй полуфинал у нас, кто у нас, кстати, бьется? Импакт там точно есть, я насколько помню. И... Так, нет, Тру там есть, Импакт точно там нету. Так.
секундочку. Все, вернулся к вам. Так, Варди прошел Америку, пошел Америку проверять. Кто там и что, сейчас зарепортит все это дело. Дайте-ка я тоже на Америку, на Америку схожу, что ли, посмотрю тогда. Так, тут что-то непонятно. Тру отсутствует, там непонятно. Так, тру тут. Кто победил, пока не ясно.
Ну что же, полуфиналы у нас не по очереди, сегодня одновременно будут, так что будьте внимательны. Так. Ну что же, финал подъехал, ребят. Так, а кто не отвечает, нужен ли ключ? Миш, я не знаю, кто там не отвечает, просто как бы... Я хз, короче. Давай подождем немножечко. Пару игр, а там решим-то, а уже на третьей будем разыгрывать. Ну, если, конечно, 2-0 будет. Спешили пацаны сыграть. Ну, ЗВЗ упустили мы, надеюсь, там ничего сверхинтересного не было, ребят. Ну, давайте смотреть дальше. Так. Так, ну карты черкают, когда начнут, я не понимаю.
Так, Guardian Invited, все, финал наконец-то. Так, ну что же, БУ-5 у нас сейчас, ребятки, поехали. Ну что, ребята, Тру против Харикейна, все, пора вернуться в реальность, я что-то там отвлекся. После этого турнира как минимум будет перерыв, вот, но скорее всего на сегодня это все. Завтра уже, посмотрим, завтра пятница, завтра должен быть ВСЛ, хотя не факт, что завтра будет ВСЛ. Но если даты проставят, то там будет, скорее всего, ВСЛ. Хорошо, Миша, отходи на 10 минут. Погоди-ка, на 10. За 10 минут может все кончиться. Ладно, в любом случае ты разыграешь. Если кто-то на премчике подпишется или что-то там сделает, мы увидим. В общем, ребят, как я уже и говорил, помните, что... разыгрываются 3 ключа на Quake Champions. Вот, для... тех, кто на премиум подписался и поддержал, 100 рублей мой канал Миши Готи. Кому это интересно, подписывайтесь, поддерживайте. Вот, также у него там вечером на его стриме будут разыгрываться. Сегодня бетка вновь открылась, вроде как, насколько я знаю. Так. Пришел адептик Тру и ушел обратно домой. 2 старгейта спалил. Да, спалил, судя по всему, 2 старгейта. 1 старгейт спалил у нас, а не 2. Странно, здесь эту часть планеты видно, а здесь эту.
типа такая гигантская платформа. Ну, хз. Сдается мне, что только она предослонила его, наверное. Ладно, хорош уж. Хорош этим моментом. Отвлекаться на этот момент. Адепты заходят сюда за пилон. Есть сентри, одна филд. Хорошо, как адепты, да, встали там. Прям идеально с сентри, один филд. И вообще перекрыто всю наглухо. В это время врыв. Зачем вышел-то отсюда из-за пилона? Так хорошо стоял. Думал, что сталкера сейчас пробьют Хоригин. А сталкера никто бы не пробил. Здесь в это время контр Харас Фениксами идет, осталось дома от собак отбиться, и все будет нормально. Чуть королев прям очень много реально. И... Так, минус один Феникс уже. Собаки сгрызают Нексус, пусть же сверхагрессивный стиль утру. При этом всем он вышел в 57 рабочих уже, что стоит отметить. И... Так, и ядру он начал сделать. Как он, ну, погодите. Я все начало пропустил, как ему вообще это удалось сделать. Он и собак намасил, Никс отменил. И рабов больше намного, чем угрозы. И гидру он штампует вообще. Так, здесь фениксов отогнал, очень легко Харикейныч. В это время два оракула врываются. И, между прочим, на второй базе вообще никаких юнит. На третьей не было. Но и здесь нет. И оверы не развешены. Рядом залетаю, не хочу. Харась подрезать рабов можно просто сейчас очень-очень много. Ой, гидра как бодренько так прилетела на такой скорости гигантской на крипе. Да, конечно. 3.94 у него с грейдом на скорость. Фениксов тоже все больше и больше. Плюс один на воздух делает Харикейн. Кстати, глефы есть? Нет, глеф нет. А как гидро отбивать? Вот только сейчас глефы пошли. Опасная такая ситуация, должен я вам сказать. 19 гидралистов уже. Но на халяву Харикейн залетает на мейн, подрезает королеву. Нет, не подрезает вообще ни одной королевы. Вот эту-то надо было добить. Тут на два выстрела буквально осталось. Оракул опять врывается. Как же Харикейн сейчас просто Тру захарасил жестко. После начального врыва Харикейн действует так, что Тру ничего вообще сделать не может. Ну, глефы надо бустить. 70 секунд еще до глеф. И вся гидролинги все пошли вперед резко. Минус Харикейн, ребят. Пришел Тру и убил в лоб просто. Чё себе пробил так гидро жестко. Какой же у него ДПС просто гигантский. Нексус падает моментально практически. Ну там был залп 4-5 гидралов. Фениксы харасят. Я не понял, а почему Фениксы? Вот почему там, где они нужны были, их не было? Ну потому что Харикейн не ожидал, видимо, атаки. Адепты как были без глефов, так и они и есть без глефов. Ну даже такое количество с глефами не помогло бы. Ну что, вторую ждем.
Так, ну что, Варди здесь, я здесь, Харрикейн Струм тоже здесь. Так, все, все готовы, сейчас начнется. Здорово, Чиверс. Здорово всем. Чё-то Тру последнее время неплохо отыгрывает. Вот уже 1-0 ведет Харрикейна, который тоже последнее время очень неплохо отыгрывает. Вот, ребят, я всех вас рад видеть. Помните про поддержку, естественно. Ну и не забывайте подписываться на премиум и, естественно, блоки отключать. Для поддержавших сегодня от 100 рублей, подписавшихся на премиум, я заговариваюсь уже, будет разыграно 3 ключа на Quake Champions бетку. Вот. На наши зомби напали. Ну и все остальное, ставочки есть, на Ливу не испортим. Про стримфест вы знаете, кому интересно, приходите. Так, здесь овер залетает. Только что я сталкера, по-моему, в заказе видел. Но он был отменен. Видимо, не хватало газа вот на этот старгейт. Это сейчас так происходит. Прокси старгейт. Ну, кто собьет овера, этого накажет. Некому, блин, сбиться. Здесь ничего нет, ни одного пилона. Пока, конечно, Тру об этом ничего не знает. Но он скоро узнает. Очень скоро он узнает. АД вперед полетел. Сталкер заказ. Ну, это печаль какая-то, я не знаю. Ну... Лучше через сталкера начинать, тогда бы он вообще в неведении был бы у нас зерг бы. Вот, и было бы значительно лучше. Но, опять же, вот газа не хватает. Опа, это не просто старгейт. Это старгейт в гейт получается. То есть это еще и пуш какой-то будет, судя по всему. Yeah.
сталкер вышел и начал ковырять просто овера. Овер минус. Понял ли Тру, что происходит? Пока, судя по всему, нет, потому что я не вижу спорок, не вижу обороны никакой на мейне. Первый оракул готов. Так, сук гейков. Плюс еще два здесь. Твайлайт. То есть это для будущих глеб, что ли, врыва? Я еще не понимаю, вообще, если честно. Добивай же ты их, ё-моё. Не только не добил, но и чуть оракула не потерял. У нас Харикейн чудом ушел. Сейчас Твайлайт доделывает. Здесь второй оракул строится. Гейты еще, ну, пока не открыть. Адептом глефы пошли. Ну и, кстати, можно еще гейтов добавить, и нормальная получится пуш тогда. Понимает по направлению движения оракула сейчас прекрасно Тру, где находится Старгейт. Он сейчас прокси в целом может спалить. Кстати, роуч урона здесь нету. И да, плюс 4 гейта еще пошло. Где они? Здесь все на мейне они. Адепты варпятся, все новые и новые. А здесь Линга Гидра. Ну, тут против Линга Гидры должно зайти это, по-моему. Много адептов подварпилось. Кстати, те три сюда пришли или нет? Судя по всему, да. 13 штук адептов. Что здесь есть у зерга? 29 собак и 24 будет. Сейчас оракулы продолжают хара, сныкаются сейчас за мейном. Кстати, тут достать могут королева, нет, до них? Не, не достает. Адепт с собаками бой принимает. Собак настолько много, что могут адептов они убить, собаки. Телепорт на мейн под королев. В итоге собаки зарешали. Дрался бы там бы Харикейн. Сейчас нормально все было. Ну еще адепт приходит. А, оракулы прилетают. Королевы-то выпилены все в итоге. Не, ну тут все-таки просто начинает давить нещадно просто зерга этого. Оракул продолжает жечь. Королева одна осталась там полудохла. ТП вообще нету. Адепт телепортироваться на мейн пытается никак. Там еще до варпа идут и идут, все новые и новые. Гидра сейчас впервые, королеву-то можно было подобить сейчас. Ну, учитывая, что это улын, если зерк сейчас отобьется, то, конечно же, он победит. Но как он отобьется от 15 адептов, я понятия не имею. Не 24 собаками, 4 гидралисками не отбиться. Вот сейчас 5 строится, ладно, сейчас 5 этих были уже бы в наличии, может быть, что-нибудь помогло бы. Так, оракула отпукусил, второго отпукусил. Оракула минус в итоге. Ну, гидра падает. Сейчас королевы упадут. И новая гидра тоже, конечно же, упадет. Тем более, тут еще адептов подходит прирост. Ну, тут законтрил просто Харикейн Тру. Молодец Харикейн. Даже респект ему. Он все время играл макро до этого. То есть, но по этой игре видно, что он, ну, не собирается терпеть от какого-то Тру, там, который просто собаку сжимает и строит. Просто подстраивается и тоже чизит, как бы молодец, под его стиль Линга Гидры.
Ну что, погнали, ребят. Так, Миш, короче, какой у нас счет-то? 1-1. Сейчас, погоди. Так, рекламу надо пильнуть. Сейчас, погоди, его письмо чекну. А, нет, Миш, оставляем, оставляем. Он, короче, все, оставляем Харбита, всех там оставляем, кто должен. И уже, короче, я думаю, что в следующей игре, когда 2-1 счет будет, разыгрывай тогда, вот. В общем, ребят... Три человека сейчас получат ключи на Quake Champions. Кому интересно, подписывайтесь на премиум и поддерживайте от 100 рублей. Мой канал — таковы условия Мишиного розыгрыша. Вот. Ну и давайте смотреть пока игру. Hurricane True. Третья игра у нас получается 1-1 счет. В первой игре очень жестко True развалил Hurricane, Линга Гидро. Вот. 7 участников. 3 ключа пока. Почти 50-50 попадет, не попадет. Ну, хотя и так 50-50, да, как ему можно сказать. Встречу динозавра на улице или нет, 50%. Либо встречу, либо нет. Вот. Ну, тут прямо по всем условиям 50-50 почти что. Так, хата третья ставится, true. Здесь у нас Stargate, Арафу, Twilight в этих, в адептов. Так, ну бустится варп, вот я не понимаю, чё просто, чё не бустит варп, нахрен его бустит вот сейчас. Закажи ты из гейтов просто, ну, по... А, да, газа не хватит тоже. Ну, короче, тут как-то по газу поздно, по-моему, заказал у нас, получается, Харикейн этот газ. Опять же гидра, что опять линга гидра, то же самое абсолютно от true, но в этот раз адептов погодите, чертяга Харикейн чисто просто откровенно подстраивается сейчас под под гидролингов, то есть он просто масит адептов сейчас и не парится даже 6 гейтов плюс оракулу 2 у него есть. Они сейчас королеву... Куда ты ж... Чё он делает-то? Только похвалил. Такая, чалик, чё такой нервный какой-то, блин? Так, здесь нет смысла уже адептам этим помогать. Адепты все падают. Опять собак намасил пачку. Делается грелка. Нахрена тут грелка, ё-моё? Просто адепты надо пойти в лоб убить, по-моему. Ну, королев есть 7 штук, тут не так просто в лоб будет убить, гидра еще будет. Ну, грелка собьет оверов, то есть она не даст вижена, получается, никакого. Адептики выходят. Одного можно было бы и в рампе оставить, на самом деле. Через секунду будут глефы готовы, вот они готовы. И
понимаю, что так Тру боится-то, этот, точнее, Харри Кейн так боится. Адепты ушли на вторую базу, вот она грелка пролетает, вот он еще один овер очередной. Овера минус нет сейчас Харри Кейныч, конечно. Адепт 13 штук, сейчас еще доварпится адепт и их станет еще больше. Вот выход идут или они не будут варпиться даже. Вот пошел варп. Адепты проходят, Ксилнаги видит их прекрасно. Сейчас Тру. Ревелейшн по гидре пошел. Ну, я вижу 19 адептов, ну, там 54 линга, 9 гидралов, 4 струются и 7 королев. Адептами не так просто будет пробить, точнее даже и не пробить-то будет, мне кажется. Ну и Харикейн не спешит заходить, на самом деле. Здесь пытается отбить третий Нексус отобьет. Здесь два пилона, кстати, можно их минуснуть было, но они выжили. Но отсутствие беллингов дает возможность к выпросу. Просто масить сейчас адептов до практически бесконечности и пытаться пробить в лоб просто зерга. Не стал телепортироваться Харри Кейн, правильно сделал. Здесь два оверчажа, сколько же много собак. Ну, какой этот его вот агрессивный стиль очень эффективно работает. То есть если у него есть успех в начале какой-то, вот что мне в Тру нравится, в начале хоть немножечко преимущество какое-то получил, он развивает успех просто великолепно на самом деле. И он не отпускает просто оппонента. Адепты Трампи телепортируются. Нахрен сюда под гидрушку было телепортироваться. Короче, похоже на 2-1 в пользу Тру. Потому что там третьего Никса есть, адепты абсолютно ничего сделать не могут вообще. По 40 лингов с плюсом, с плюс строится у Тру. Причем на рабочих вообще малом количестве все это происходит. Но такой стиль, как сказали когда-то комментаторы, там Теслис, Артосис и кто-то еще на ИЕМе, по-моему, это было. Корейский Влай этот Тру фактически, да, так оно и есть. Все, готовы бейнесы все. Пойдет атака. Сейчас 25 бейлингов от них никуда не деться вообще. Так. Пробил Тру в лоб Харри Кейн, а это давно здесь ожидалось. Шторм не успел доделаться. Кстати, Шторм здесь мог бы просто перевернуть игру, но он не успел доделаться. Пока я писал про премиум в чатик. Короче, ребята, вот. Valour.aod активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Valour Woody. Будешь ли ты участвовать или нет? Вопрос хороший. Так, кактус, четвертая карта, говорит. Релуат, подчеркивание, активировал премиум на ваш канал. Ну что, кактус так кактус.
Все, ребят, еще два участника на ключи. 9 участников, 3 ключа, каждый третий получит. Захожу в игру. Будем смотреть. Так, ну что, ребят, все, да, сейчас через в этой игре. Давай, Миш, как у вас будет там 5-я минута, где-нибудь разыгрывай ключики тогда. Вот, отдавай пацанам, чтоб все не, ну, чтоб не разошлись они, короче. Отпишешь им в личку тогда на Good Game просто. Вот, ну а мы смотрим, тут Nexus 1 у Процесса, там хата 1 у Зерга. Все стандартно, кто хочет, участвуйте. Подписывайтесь на премиумы и не только. Ну или начинайте сейчас, короче, не пальцы, в общем. Даша, я думаю, уже никто там особо не будет. Я думаю, еще, если у тебя будут ключики, будет на каком-нибудь большом стриме, короче. Вот так. Ну, еще Миша два ключа у себя на стриме в 19:30 разыграет, короче. Ну, его начнется стрим, как раз я закончу, он там начнет. Так что, кому интересно, идите. Мне Миша два ключа тоже прислал, мне пока некогда играть, вот. Один я другу, ну, спрошу, нужен ли ему, если нужен, то отдам. Аличи Шарки активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Алис Шарки. Спасибо всем, ребята. Поздно ты что-то пришел. Так, три гита сейчас в глефы, плюс Дарк Шайн делается из адепта глефы, плюс Дарк Харас, судя по всему, у Харикейна. Здесь можно поставить пилон, сюда можно будет варпить юнитов.
легко достаточно делается. Чё себе такой оверсир сверхранний. А смысл тут? Дарк Харас уже не прокатывает, но архоны зато могут помочь. Плюс, понимаете, ранний лейер и ранний оверсир для Зерга это в чем минус? В том, что он уверен, что ему не нужны спорки, как бы, а спорки-то здесь могут и помочь. Понял. Ну и хорошо, так что, ребят, не пальцы, ключи еще будут по-любому. Вот, ну это так, как бы, большинству многим достается. Все-таки это розыгрыш, как бы, на всех ключей нету, к сожалению. Адепты подхарасили немножечко мейнтру. Адепты. Так, здесь три дарка на третью заходит. А здесь самый натуральный бейлинг баст идет, что... Мы видим прекрасно. Сейчас плюс 5 гитов на мэне. Ну вот против чизера тру, у Харикейна только одно оружие, судя по всему, тоже чиз. Так, собаки прибегают, зачем тут накидываться? Верчаш выманить решил. Ну, верчаш-то выманил. Так, 2 дарка, 1 на мэн пытается пройти, ничего себе. А на третий что у нас? Да хату тыкай вообще, хату убивай, наверное. Так, Дарк на мэне там бегает. Поймали Дарка. Здесь пытается уйти. Харикейн ушел Дарками. Ну, вот когда так окружает, это знаешь, что овер далеко где-то. Просто окликом покатить в пол. Чик ударил, отошел, ударил, дальше прошел Зерк. Зерк подумает, как собаками Дарков окружать, потому что они быстро очень падать начнут. Так, и блинк-пуш делается, ничего себе. Почему все домой варпится? Почему не сюда? Ну, выход из дома будет. Пион спереди, перед застройкой еще пошел один. Не может Тру найти, где же тут прокси-барак, а вот он где. Пробочка минус, будет выход, сможет ли Тру отбить. Ну, собак у него, ну, невероятно много сейчас будет. 10 беллингов, это 7,4 уже собаки, 16 строится, 90 лингов, просто сейчас будет 90, блин, какой беллинг, какой точнее этот блинк-пуш, там 90 собак. Тут адепты-то не помогли бы вообще в таких количествах, тем более, что бейны есть. Так, заходят собаки на дальнюю, здесь архонт пытается отбить, собаками окружает всю Тру наглухо просто. Хорошие филды со стороны. Харикейна. Тут адепты выходят, сталкеры выходят, филды вообще, я бы сказал, крутейшие, потому что 10 юнитов вообще не отдал, ни одного, кроме архона с этой стороны. Адепты тоже вышли. Так, робо подлочил, призмы не будет. Да ё-моё, всё-то там не так. Глефы есть и блинк есть, и выходит, и на треть некс Харикейн пытается выйти. Но пока не выйти. Два адепта здесь на третью хату залетает. И сейчас поймет Харикейн, кто есть Тру. А как будто он до этого не знал. Здесь один дрон на третий. Адепты проходят на вторую. Телепортируются в ядру, в линк, в бейлингов. Это ненужное действие. Вот шторм. Просто шторм здесь решит. И все. Да, счет что-то я забыл поставить. Ребят, 2-1 в пользу Тру. Счет у нас сегодня. И сейчас. Все, спасибо. Спасибо за напоминание, спасибо, Миш, за ключики тебе от пацанов, от меня. Смотрим. Бейнов 10 штук, гидры 12 штучек. Люркер Дэн пошел третью Тру раскачивает, 55 даже рабочих становится у него. Здесь Дарк на третью придет, и, кстати, где оверсиры вообще висят? Так, один в районе мейна, один... Ну, короче, они далеко оба, и... Так, а что Дарк-то? Вот он пришел. Нарезать может много Дарк, особенно это, ну, очень сильно зависит, конечно, от того, насколько Тру быстро отреагирует. Может нарезать, может и не особо. Но если Тру быстро не среагирует, прям моментально, Дарк сейчас нормально подрежет рабочих. Вот, в такой ситуации, когда Дарк всего один,
А, тут на мейне еще адепта унижают. Ничего себе. 143-116. Тут просто адептов контролил на мейне у нас Харикин, поэтому на здесь не нарезал особо. Вот, но рабочий все равно убил немало. Когда просто Дарк забегает, его надо так чисто контролить. Ну, Тру собирается выход делать, насколько я вижу. Скорости Бэйном нету. Кстати, 152-136 до сих пор лимит. Собак просто нереальное какие-то количество. И я вижу, что... А, нет, я думал, сейчас мутку переход будет. Нет, это Люра. Кстати, против Люры, а не первый дестабилизатор уже есть, между прочим. Пес прибегает, там ничего не закрыто в районе рампы. Вот у нас армия, где стоит. Протса. Тру уже вперед попер. Здесь еще один люркер сейчас доделается. Нет, не доделается, говорит Харикейн сейчас. Четко, ясно давает понять. Закопалась люра. Пейны врываются. Люркер отходит, один демедженный. По одному всего лишь люркеру прилетает залп дестабилизатора. Отсечен Харикейн от своей второй базы. Здесь собак просто штук 50 врывается, если не больше. Наверное, даже больше все, что есть. А есть там 120, не, ну здесь не 100, конечно. Часть собак здесь находится, значительная часть, чуть ли не половина, да, там 50-70, от 50 до 70 собак здесь ворвалось. Люра заблочила, похоже на победу Тру. Харикейн идет в размен. Кстати, дестабилизатор, учитывая, что один есть, можно попытаться и в размен пойти, конечно. Но, ой, одинаковый почти лимит. Ну, здесь понимаю... Так, ну, здание-то у Протоса будет потеряно очень быстро, у него скоро только гейт этот останется. Ну, у Зерга тоже рабочих не остается, у Зерга тоже переселиться пока не может. Собаки новые, новые выходят. На мэне сталкеров на халяву сгрызает Тру, как-то Харикейн не сконтролил, то вот уже лимит боевой и не одинаковый, нифига. Дестабилизатора можно сюда было дать, через филд неплохо получилось бы, на самом деле. Так, здесь все догрызается, вот... А, во... Во! Еще и переселился Харикейн, удает. Мазеркор уходит, пробки ушли. То есть будет уверчажа здесь. Собаки люкеры возвращаются. Неужели 1-1? Ой, 2-2. Очень похоже на такой расклад все. Это дело. Собаки заходят. Уверчажа ставь. Поздно, ему среагировал. Пришла в КА первая партия, поставил бы, так отбился бы. А когда уже тут сколько пришло, что здесь делать? Верчаж падает очередной, собаки сюда затекают. Один гейт останется скоро у Харикейна там. Убил бы, кстати, просто всех этих ГГ пишут, Харикейн. А почему ГГ-то? Смотрите. Вот он не понял ничего. Убил бы хаты сейчас бы. Просто он бы мог бы и победить. Просто часть юнитов здесь оборонялся бы и все бы. Ну, короче, ГГ. Тру-то молодец у нас сегодня. В агрессивном его стиле взял и пробрил. Очень неплохого просто Харикейна. Сейчас, ребят, без задержки к вам вернусь.